Здравствуйте. Сегодня мы читаем фельетон куйбышевцев Владислава Князева и Владимира Шакунова, который увидел свет на страницах всесоюзного юмористического журнала «Крокодил» в 1971 году. А рождались эти фельетоны здесь, на куйбышевских самарских улицах, на набережной реки Волги. И очень часто жители Куйбышева становились прототипами героев этих фельетонов. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».